Дорогие друзья, здравствуйте! Очень рада снова встретиться и говорить с вами. Хоть мы друг друга не видим, но я чувствую ваше присутствие, ваше тепло, общение. Мы все любящие великого артиста, великого человека, которого подарил нам Бог в наш нелегкий период. Сейчас Димаш действительно находится на пике славы. Это не значит, что потом у него будет спад. Это значит, что он будет подниматься выше и выше, потому что он уже достиг сердец человеческих, душ, он достиг признания во всем мире, друзья. И теперь мы видим Димаша, любимого нашего артиста, в чарте билборда, в самых-самых первых цифрах. Он уже вторым мелькает его «Fly Away» и седьмым «Be With Me». Это, друзья, такой великий момент. Почему? Очень многие артисты, певцы, хорошие певцы, талантливые, мечтали попасть хотя бы в сотню, в десятку. Это уже запредельные были мечты. А мы видим нашего Димаша очень высоко на Олимпе. Более того, он достоин всех первых мест. Это нисколько не умаляет мастерства и таланта других исполнителей. Но, друзья, давайте согласимся, Димаш уникален. Он один, у него нет даже продвигающего богатых продюсеров, у него нет какой-то программы, медиа, музыкально записывающих лейбов индустрии. Он один. Это его талант, это его любовь, это бескорыстная любовь его поклонников, преданных, любящих, дерзких, друзья. Я очень рада причислять себя к этой армии любящих сердец. Вот об этом хотела сказать. Такое странное, удивительное шоу, как «Погоня за светом». Нам хочется больше там видеть Димаша. Мы с вами были в чате первого вот этого выпуска в субботу прошлую, да, и Димаша там почти не увидели и немножко расстроились. Ну, понятно, что такую звезду мировую, приглашенную на это шоу, интересное шоу, конечно, будут показывать в конце. Это понятно нам, правда же, чтобы люди оставались как можно дольше, потому что мир смотрит на Димаша. Другое дело, что там очень много любимых певцов, артистов в Китайской республике. Но вот международный такой резонанс, конечно, вызывает Димаш как человек, приглашенный из другой страны и известный во всем мире, и любимый во всем мире. Армия у поклонников расширяется. Мы видим, как много-много прибавляется подписчиков. Да, YouTube там хитрит, что-то такое мутит, и что-то такое у него свои правила. Я не могу сказать, что из злости или специально, но у него сложные правила Ютуба. Мы часто не досчитываемся просмотров, видим, что уменьшаются лайки. Ну, ничего страшного, нас ничего не остановит, друзья, потому что любовь, она не имеет внешних границ. То, что мы получаем от Димаша, от его сердечности, от его отдачи, голоса, личности, характера, времени, ну, все, что есть у него, он отдает миру, нам, тем, кто его любит, мы тоже стараемся делать это для него. Я вижу, вот сейчас он как плюшевый медвежонок, пишут Вейба, дорогие из Китая, наш плюшевый медвежонок, потому что он сейчас в Шанхае, несколько минут назад мы видим фотографии, репосты, посты, как он в Шанхае, снова в аэропорту, одет в серую куртку, теплую, плюшевую, похож на плюшевого медвежонка, как нежно пишут китайские дорогие. Так вот, я хотела сказать, что мы видим, как он рад, как он здоровается, приветствует. У него в голосе звучит радость и удовлетворение. Я думаю, друзья, Димаш счастлив быть на вершине билборда. Это действительно очень значимая признательность, признание, скажем так, таланта артиста, певца, композитора. Он тут и аранжировщик вместе с Арланом Бикчуриным. Он аранжировал и свое произведение «Be With Me», мы знаем. Он там. Вообще-то он пишет и поет произведения, которые практически делает сам. Да, у него команда профессионалов, которые уже все это оформляют, подают как надо. Ну, в общем, мы знаем, что Димаш вкладывает огромное свое усилие, свой талант, видение, вкус во все свои произведения. Без него нет ничего. Поэтому, когда там некоторые комментаторы, ну, просто по незнанию, может, говорят, вот тут ему поставил аранжировщик, так вот тут сказал одеть так. Друзья мои, они не знают нашего дорогого Димаша. Димашу просто так ничего нельзя сказать, делать. Помните, он сказал как-то в своем интервью: если мне говорят одеть костюм, я его ни за что не одену. Конечно, понятно, если я не хочу, он имеет в виду, если он мне не нравится, если мне не нравится постановка, если мне не нравится, как подана песня, перформанс, как поставлен свет и так далее, он никогда не будет делать то, что ему не нравится. Он все переделает под себя, потому что он талант, а талант, настоящий талант, талантлив во всем.
дорогие, так стараются в Твиттере. Мы очень-очень хотим, чтобы Димаш был в первых, самых первых позициях чарта, билборда, как можно дольше, друзья. Это действительно путь к Грэмми. Хотя Грэмми, скажем так, уже даже здесь будет как результат. Самое главное быть в чартах билборда. Есть еще такое голосование на Инстаграм, певец месяца и так далее. Ну вот там рейтинги низкие сейчас у Димаша. Друзья, я писала в Твиттере, что это скорее показатель рейтинга этого голосования, а не рейтинг артиста Димаша Кудайбергена. Голосование пользуется не очень популярностью большой у Диэрс, потому что там неудобно в этой стори голосовать, там надо переслушать массу других артистов. Конечно, мы по возможности стараемся быть и там, но видно, что рейтинг этого голосования, низкий, а не Димаша там. У Димаша рейтинг сейчас просто очень высок. Мы видим, что Нью-Йорк новости Голливуда помещают уже вторую статью Димаша и располагают его фотографии на своих вот страницах вот этого печатного издания новости о музыке ведущей. Удивляется автор этой статьи, говорит, надо же, какой большой фандом, какие дорогие у Димаша Кудайбергена. Все им очень сильно заинтересовались и в Америке, потому что не видели такой поддержки, наверное, никогда. И голосом его, и действительно он изумляет. И сам Димаш, и его голос, его талант, его красота, друзья. Мы очень рады быть дорогими. Ждем следующие выходные. Возможно, нам уже наконец дадут нашего любимого Димаша Кудайбергена слушать его искрометные выступления. Мы очень ждем. Ждем новостей. И, друзья, мы всегда вместе. Сейчас очень много выкладывается постов о Димаше, и новости, и Facebook, и YouTube, и Twitter, Instagram. Поэтому, в принципе, я не как блогер, и немножко другое направление имею. Я не стараюсь выложить сам прям первым, потому что действительно есть новостные каналы, и они это делают очень хорошо и быстро. Поэтому мы, друзья, всегда в курсе, что у нас Димашек делает. Плюшевый наш медвежонок. Вот вижу вейбы, фотографии коала плюшевый и Димаш в своей красивой курточке. Друзья, всех обнимаю, всех люблю. Мы на связи, мы с вами будем всегда делиться впечатлениями и состоянием нашего сердца, которое радостно, потому что у нашего дорогого артиста все хорошо, и мы с вами вместе. Поэтому нет таких вершин, которые не смогли бы мы преодолеть, держа друг друга за руки. Еще очень важная новость сейчас, друзья. Мы можем проголосовать за Грэмми Димаша. Я выслала в сообщество ссылку, пожалуйста, у кого получится зарегистрироваться и проголосовать. Внизу в строке другой пишем Димаш Кудайберген, его имя и название песни «Fly Away», «Be With Me». И будем Димаша просить номинировать на Грэмми. Всех обнимаю.